Здравствуйте, мои дорогие. Туманная погода. Я иду в церковь. Чуть проспал. Такой осадок небольшой в душе. Прошлого воскресенья я в церковь не попал, и ощущение, что уже не был очень давно. А вы знаете, что без церкви, казалось бы, раз в неделю плачет душа. Души есть. Слезы потерянных мыслей. И именно в церкви душа обретает радость, упорядоченность мыслей как таковых. И вот сейчас я иду. При одной только мысли, что я услышу песнопение, молитвы, моя душа уже ликует, радуется неподдельным, радостным ликованием. Поэтому именно в церкви находит успокоение наша внутренняя энергия. Неважно, кто ты, католик, православный или протестант, но лишь в молитве обретаешь истинное блаженство и равновесие между духом и телом. Счастья, удачи, любви, успехов. Ходите в церковь, и Бог позаботится о вас. И молите о ваших близких. Пока-пока. До скорой встречи.